Слава Богу, слава Иисусу Христу! Сегодня прощенное воскресенье, и Бог дал нам, верующим, слово примирения, которое будет звучать сегодня здесь в собрании нашем и в нашей Киевской архиепископии, здесь, на Гловской, где арендуем помещение. Но и также, я убежден, в каждом собрании, фактически в каждом собрании христиан, богослужениях православных, католиков, протестантов, очень разных верующих, сегодня будет звучать слово примирение. Это самое важное, потому что Бог примирил с собой весь мир через Спасителя нашего Иисуса Христа. И сегодня прощенное воскресенье, и очень важно людям принять это прощение, примириться с Богом. Пусть Господь Бог благословит всех вас, дорогие друзья, из города Киева. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев. Слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому. Аминь.